Всем добрый день! Добро пожаловать на мой канал «Кулинарим с Викторией». Сегодня я буду готовить курицу в сливочном соусе. И курица у меня будет не только в сливочном соусе, но еще и с грибами. Очень вкусное, сытное блюдо, которое приготовить очень просто, подойдет на ужин, на обед, как на каждый день, так и на праздник. Продукты, которые нам понадобятся, вы видите на своем экране. Полное количество ингредиентов я вам оставлю в описании под видео. Я использовала куриные ножки. Можно использовать любое куриное мясо. Сначала я курицу замариную. Поливаю ее немного растительным маслом, солю и перчу. И все хорошо-хорошо перемешиваю руками. И отставляю хотя бы минут на 15-20. В это время займусь нарезкой овощей. Нарезаю грибы на кусочки среднего размера. Смотрите еще больше рецептов на моем канале с грибами, с курицей, с мясом. Все ссылки я вам оставлю в описании под видео. 5 зубчиков чеснока нарезаю на кусочки небольшого размера. За чесноком буду нарезать картофель. Сразу вместе с курицей и грибами у меня будет гарнир, это картофель. Картофель нужно нарезать на тонкие-тонкие слайсы, чтобы он запекся побыстрее. Если кусочки будут большие, то запекаться он будет долго. На хорошо разогретую сковороду выкладываю куриные окорочки и буду их обжаривать с каждой стороны по 5 минут. Обжариваем до золотистой корочки. В это время можно уже поставить разогреваться духовку на 180 градусов. Обжаренные окорочки перекладываю на отдельное блюдо. Приготовим сливочно-грибной соус. Для этого на сковороду наливаю немного растительного масла, выкладываю нарезанные грибы, немного перемешиваю. Добавляю чеснок. И еще раз немного перемешиваю. Также понадобится 200 мл куриного бульона. Если у вас нет куриного бульона, то можно вместо него добавить просто кипяток. С куриным бульоном получается вкуснее. И добавляю 250 мл сливок 18% жирности. Соус солю, перчу. Немного перемешиваю, довожу до закипания и оставляю тушиться на небольшом огне в течение 5-6 минут. Сливочно-грибной соус получается очень вкусный и прекрасно сочетается с курицей и картофелем. И я советую делать именно такое количество этого соуса, потому что картофель в себя впитает достаточно жидкости и чтобы не получилось сухо. Затем выкладываем нарезанный картофель в жаропрочную форму, сверху выливаем соус, все хорошо разравниваем и выкладываем куриные ножки или куриное мясо. Выкладываем вот таким образом сверху. Ставим выпекаться курицу в духовку, разогретую до 180 градусов, ориентировочно на 30-40 минут. Курица в сливочно-грибном соусе получается невероятно вкусная и ароматная. Попробуйте и вы приготовить такое блюдо. На этом я с вами прощаюсь. Спасибо, что были со мной. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите мне ваши отзывы и комментарии. Всем желаю приятного аппетита, прекрасного настроения и до новых встреч с новыми рецептами!